В этом видео вы узнаете, какие 50 копеек 1992 года стоят дорого и где их продать. Сможете легко определить дорогую разновидность после просмотра ролика и поискать у себя в копилке. Обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны, так как я регулярно делаю розыгрыши ценных монет и денег среди подписчиков. Кстати, в конце видео я подарю 50 гривен на карточку любого банка тому, кто смотрел выпуск внимательно и первым ответил на вопрос, который будет дальше. Привет, я Алекс, вы на канале Фартовый коллекционер. Меня часто спрашивают в Instagram, какие 50 копеек 1992 года стоят дорого. Но так как вопросов сильно много, я решил записать это видео. Да, многие уже знают про 50 копеек с вдавленным гербом, начеканенные в Луганске штемпелями из Англии, так называемый английский чекан. Но речь пойдет о других 50 копейках 92 года. Они могут попасться на сдачу или в старой копилке. И мне периодически пишут и присылают фотографии в Instagram подобных 50 копеек в разных штампах. И если хотите продать редкие монеты Украины, ссылка на мой Instagram аккаунт будет в описании. Переходите, я всех добавляю и пишите мне с вашими монетами. Давайте рассмотрим подробней. Цена этой монеты более 4000 гривен, а на сайте Виолити она была куплена за 5300 гривен. Ссылку на сайт я оставлю в описании, если захотите присмотреть на покупку себе редкие монеты Украины. У монеты есть три стороны – аверс, реверс и гурт. Ну, есть еще одна деталь – это вес. И часто именно по весу определяют оригинальность той или иной монеты. Сочетание определенных сторон и веса формирует цену на монету. Ну и, конечно, очень важно ее состояние. Начнем с аверса. Аверс на монетах Украины – это сторона, на которой указано название нашего государства – Украина. Штамп этой монеты 50 копеек 1992 года – 3-1-ВАГ. Ну, для многих, кто не интересуется нумизматикой, это просто сочетание цифр и букв. Сейчас я покажу, как отличить дорогую монету от обычной просто визуально и как понимать этот штамп. Как вы видите, монеты могут быть очень похожи, но определенные, почти незаметные моменты могут отличить монету стоимостью 20 гривен и более чем 4000. Вот эта монета, штамп 3ААМ, стоит недорого. Ну давайте разберемся, что такое 3 в обозначении штампа. Это толстый закругленный средний зуб трезубца. И вообще довольно крупное изображение. Например, вот эта монета, штамп 2. Визуально заметно, что она меньше, и изображение удалено от канта. У редкой монеты 50 копеек 1992 года штамп 3-1. Вы заметили, слева от герба вот есть вот такая вот полоска, утолщение внутри герба. Именно это добавляет единицу в обозначении. Переходим к реверсу монеты. Там, где обычно обозначается номинал. Вот этот рисунок по кругу – это грозди калины. И много кто вообще не обращал внимания, чем они отличаются. Но это очень важно. Можно посчитать по номерам. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая гроздь. Количество этих гроздей всегда одинаково в монетах Украины. Но они могут отличаться. И будьте внимательны. Именно по ним формируется цена монеты. Грозди под номерами 4, 5, 6 – слипшиеся ягоды. Да и в первой она примыкает к стеблю. Это штамп ВА. Очень часто мне показывают другой штамп – АА. Но сразу можно заметить, что ягоды там мелкие, а нам нужны крупные. И последний момент в обозначении штампа – это Г. Это означает, что гурт гладкий. Нет никаких насечек. Например, на других монетах 50 копеек, ну, 96 года, есть такие гурты, как мелкие и крупные. Кстати, с мелкой насечкой 1996 года монета стоит довольно дорого. И были продажи на Виолити и по 800 гривен и больше. Но об этом я расскажу в следующих выпусках. Так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы не забыть. Вес редкой монеты Украины 50 копеек 3-1-ВАГ 4,2 грамма. Кстати, по поводу гуртов. Я купил у подписчицы вот такую гривну с гладким гуртом. Но на самом деле гурт там есть.
он просто не прочеканился. И это считается браком. Ну, я покупаю подобные бракованные монеты к себе в коллекцию. По поводу конкурса. В видео я указал секретное слово. И первый, кто напишет мне его в директ в Instagram аккаунте, получит 50 гривен на любую карточку банка в Украине. Смотрите видео внимательней. Ссылка на аккаунт будет в описании, подписывайтесь, всех добавлю. И пожалуйста, поддержите это видео лайком, если оно было полезно, и поделитесь с друзьями, это сильно поможет развитию моего канала. Я продолжу снимать подобные, надеюсь, полезные для вас видео. Всем пока, друзья!